Здравствуйте, друзья. Всем добрый вечер. Хорошего вам настроения. Мы потихонечку начинаем трансляцию. Это Elden Ring. Наш герой-самурай с наточенной катаной сейчас будет выбирать, куда же ему двинуть опять своего коня. Ну просто реально, ну ребят, ну серьезно. Давайте сегодня проведем трансляцию вот с 6 часов без смертей. А, трупов. А, этот еще пес. Он прям на нас смотрит. Что я тут сделаю? Пес кого-то жрет. Да это босс прям, это реально босс. Так, я пошел назад. У меня нет ограничений здесь. Убийца знамений. Ну чё, обузить будем его? Он за нами идет. Идет прям. А насколько ты целеустремлен? Очень! Друг, брось, это не твоя война, это не твоя территория. Мы можем волков вызвать. Ага, и он назад. Все нормально. Он дальше не идет, поэтому мы к нему. А будь пока молодой, Майкер. Блин, ну ладно. А собака еще живая? А ты откуда взялась? Ой-ой-ой, наполовину хитнул сразу. О-о-о. Так, где пес? Пес справа вижу. Красиво. А чё ты так далеко пошел? Нет! Уже же территория такая, ты должен телепортироваться здесь уже, не? Вот. И ушел, ушел. Земля горит. Красиво. Ох, хороший бэкстеп. Вообще изи. Не, ну это такой босс с натяжкой на самом деле. Такой, скорее моб. Да, у него было имя, да, за него дают 5 косарей. А, узелковый талисман. Это новый амулет. Кстати, амулет у меня тоже второго не надет, потому что уменьшает урон отдачи при попадании в голову. Я бы надел что-нибудь на хп, но слишком мало, 5% всего добавляет. Черепаший стоит на восстановление выносливости. Стайкориум, привет. Повышает характеристики и увеличивает получаемый урон. Это не хочу. Хотя он апает там на 300 та дает к 4 параметрам. Подозрительно попахивает ловушкой. Руническая дуга. Я, кстати, не знаю, не помню, что делают. У меня уже 2. При использовании благословляет вашу великую руну. Кстати, у нас же есть руны великие, которые не использовал я. 2 великие руны после 2 боссов оставшиеся, кажется. И кажется, благодаря как раз этим руническим дугам можно активировать. Если я... Ну, я ни разу этого не делал, поэтому сейчас хрен его знает. Можно на следующем костерке посмотреть. Добрый вечер. Только зашел на стрим. Это... Что уже успело произойти за это время? Одного полубосса убили. А, и, собственно, все, больше ничего. Нашли какую-то местность, двинулись, в общем, куда-то на восток. Здесь осматриваемся, пытаемся понять, что происходит. Нашли там часть амулета, нашли пару новых амулетов. Деревню альбиносов, да-да-да, вот эту вот деревню альбиносов. Взяли. Огонь не поможет. Может, поможет, я не знаю.
Воплощение древа Эрд. Ладно, давай волки, во-первых. Очень долгий удар. А чё волки стоят, я не пойму. Хорош. Ага, отличный прикат. А нет. Блин, как же хорошо, когда у тебя такой запас здоровья. Но он очень плотный. Волков у меня уже больше нет. Да как? Я отошел специально, думал, ну не достанет, ну. Угу. Хорошо. Изи. Принцип у этого товарища — это не перекатываться раньше времени. О, Олег, привет. Нет, сегодня пока фуфашечка не планируется. Не перекатываться раньше времени, потому что все его удары, они довольно медленные. То есть главное — не перекатиться в удар, и все. Обледенелый топорик. Топорик. Обледенелый, значит, магический урон, скорее всего, будет заморозкой. Накапливает обморожение, причем 65. Сила, ловкость, причем ловкость основное. Но чисто физический урон, ну, ловкость дэшечка, требование 16. Надо потестить обязательно. Потому что 65 — это довольно высокий параметр. А обморожение вроде как здесь решает. Да чего ты? Где, сука, сундук сокрыть, да, понял? Это имба, говорит, топорушка. Топорушка? Так, стоп, здесь... Я думаю, что такое? Я думаю, что-то свет не горит. А тут вторжение. Фига. Цепкая кость. Вот она. Колдовство. Цепкая кость. Физмаг. Ловкость С. Колдовство Д, сила Е. Пугающее оружие из закаленной руки скелета. Им сражается Энша из королевских останков. Положите ладонь в костлявые руки, и вы станете единым целым. Красота-то какая. Причем посмотрите, вот посмотрите. Это все реальная местность, мы там были. Вот там были, вот на этом мосту были. И вон туда поднимались наверх. Недоподнимались. Там, где чувак нас на мосту стоял. Да, там еще было живописное место. Место, мы смотрели, как где-то вдалеке, на таком острове. А, вон он. Стоял чувак, вон он. Он и стоит там. Писи. Ну, место такое, как будто до люлей будет давать. Иначе бы... Его так нам не показывали издалека, устрашающе. Нет! Здрасте, блин. Я узнал этого. Это не босс даже. Главное не свалиться. Вы знали этого рыцаря? Мы на нем натренировались, помните? Я знаю все его мувы.
Не зря тренились, не зря, молодцы. Три косаря всего лишь, просто. Ну это было очень странно, я думал, что сейчас меня закопают просто. Там будет какой-нибудь синематик и все, и... Что ж. С Богом, ребят. Да, там анимация. Не видите? Раньше этого не было. Коснуться рогатого тела. Ой, не к добру, мы касаемся рогатого тела. Что? Мы переносимся куда-то. И вот там будет уже бот. С Богом. Вызвать можно? Вызвать можно. Вызываю сразу. Дух предка. Это же олень. Ребята, это олень. Красиво. Олень. Баф. У-у-у. Волки, забей уже все. Красиво. Вообще кайф. Ай. По жизни он слаб. Ну, очень красив. Ай-яй-яй-яй. Олегается. Красивый. Прах почитателя предков. Ачивочка. И душ. О, короче, нет любви. Ну на, сердечко, смотри. Какая... Много не пей. В который раз, в очередной раз, увидимся с вами завтра вечерком. Либо в 6, либо в 9, приблизительно так. Для того, чтобы не пропустить трансляцию, помните, что у нас есть абсолютно бесплатные уведомления на ГГ. Добавляйте сайт в избранное и бац! И вам приходит уведомление там о начале трансляции или о ее анонсе. Все. Хорошего вечера, спокойной ночи. До завтра.